печальные новости. Умерла старейшая актриса театра Ленком Валентина Дугина. Старейшая актриса Московского государственного театра Ленком Валентина Дугина скончалась на 86-м году жизни. Как сообщают официальные источники, она умерла после продолжительной болезни. Валентина Николаевна работала в Ленкоме. С 1962 года играла в спектаклях Анатолия Эфроса «Мольер», снимается в кино «В день свадьбы» в постановках Марка Захарова, «Звезда и смерть», Хаакина, Мурьеты, Юнона и Авось, «Мудрец» и многих других. Валентина Николаевна Дугина родилась 15 апреля 1937 года. В 1959 году окончила инженерно-экономический факультет Московского нефтяного института имени Губкина, а в 1962 году студию при Московском театре имени Ленинского комсомола и в 1969 году ГИТИС. В Ленкоме работала с 1962 по 2002 год.